Культура употребления стейков пришла к нам из США. Там их правильно выращивают и также едят. Американское мясо приходит к нам по цене от $30 за килограмм. Пока его катают на самолете, оно дорожает по пути в 6 раз. За что платить такие деньги? В Украине одни из лучших условий для выращивания бычков. Почему же едим американское? Давайте разберемся, что нужно для правильного стейка. Возраст бычков 1,5-2 года. У нас бычки не переживают зиму. Мясная порода – Шароле, Полесская, Ангус и вес бычка от 500 кг. Смешанный откорм бычков. Всего 10% с бычка идет на стейки, которые при этом необходимо правильно нарезать. Но это еще не конец. Поехали дальше. Есть три вида выдержки мяса. Сухая выдержка – Dry Aged Beef. Мясо на месяц помещают в специальную соляную камеру, где контролируют влагу, температуру и движение воздуха. Мясо теряет 40% веса и становится мягким, аромат усиливается. За границей цена такого мяса $100 за килограмм. Влажная выдержка – Wet Aged Beef. Мясо помещается в вакуум на 10 дней. Есть охлажденное, лучшее и замороженное. Хуже. Получается очень мягким и сочным, но нет аромата, как у сухой выдержки. 90% стейков готовятся именно таким способом. Базар стайл. Корова-буренка пятнистая с мотопробегом в 100 тысяч километров нарезается на куски и вакуумируется, на которые потом клеится американский стик. Такие стейки составляют 90% рынка Украины. Грустно? Выход есть. Тибоу. Бычки мясных пород. Зерновой докорм на двух фермерских хозяйствах в Черкасской и Киевской областях. Собственное производство сухой и влажной выдержки. Единственное в Украине. Уникальная соляная камера на 320 кубометров. Услуга персонального мясника. Каждый стейк нарезается исходя из ваших предпочтений и заказов. Доставка в любую точку Украины.